Всем привет! Продолжаем Гривьярд Опс. Сегодня сложность Crazy. Играем с Настюхой, с одним подписчиком и с одним случайным зрителем. Буду играть электриком, потому что он мне нравится. Он крутой. Да, поехали. Электрик должен зарешать. Вот именно в Гривьярд Опс режиме он хорош. Можно особо не целиться, огромный урон всем наносить. Плюс у меня он уже немножко проапгрейжен. Ждем, Настюха выбирает персонажа. И подписчик тоже выбирает персонажа. Так, куда пойдем? О, Б! Б тоже, смотрите, зачарованная. Можно поставить. Поставим. Что у нас тут? Я не видел. Что это такое? Moon Wars. А, Moon Wars, это как Star Wars только. Это типа меч такой. С помощью мозгов, я смотрю. Так, уже поставили. Все нормально. Даже мне не пришлось одну звездочку тратить. Кто-то уже поставил. Ну чё, у нас там дельфин, смотрите, вращается. Я особо не обращал внимания так на мелочи. Можно так посмотреть, приглядеться. К окружающей среде. Вот эта карта мне в первой части больше нравилась. Она как-то была лучше. Тона были более красивые. А во второй части движок поменялся. Он как-то не очень так уютно смотрится. Вот в первой части... Реально, эта карта была намного лучше. Здесь они, конечно, ее сделали больше, но все равно как-то мне предыдущая версия их больше нравилась. Так, ладно, у нас сложность крейзи, расслабляться нельзя. Ревайвы надо использовать только правильно. Просто так не надо их использовать, когда не нужно. Когда уже концовка волны, умираешь, так умирай, не надо ревайваться. Так, ждем, где они, вон они, справа, слева, вернее. Вот видите, как я стреляю, как все легко убивается. Так, сейчас следующее справа пойдут ребята. Может быть, еще у подписчика это достижение не сделано пройти, например, Garden Ops или Graveyard Ops на сложности Crazy. Там есть такое достижение в Origin. Вот мы ему тоже поможем сделать это. Ну или, может, возможно, это случайный игрок, который к нам присоединился. Тоже, может быть, ему надо. Но расслабляться... Нельзя, потому что сейчас будет очень сложно. Да, первая волна это ерунда, вторая тоже, третья, да, там вот четвертая может уже сложно быть, на пятой самая сложность, на десятой тоже. То есть пятая, десятая, она может быть одинаково по сложности. Может быть пятая сложнее десятой, там как повезет. И дальше после пятой сложные волны уже пойдут, я помню. Так, слева. Я здесь буду стоять, я как на центре, по центру стою. Так, вот они там. Настя сзади. Настя. Вон там они появились. Так, у нас уже кто-то погиб. Вот вам и крейзи сложность. Побежал куда-то. Один. А он имп. 45 здоровья. Ой, 75 здоровья. И все, убили его. И что мы? Наверное, ревайв он использовал. Или, возможно, его супербрейнс возродил. Не знаю. Но лучше всего вот так вот остаться здесь аккуратненько. И стрелять их. Они сами идут в атаку. Зачем нам лезть в атаку? Нам как бы спешить некуда. Мы время не выиграем никак. Поэтому я предпочитаю не бегать за ними. Стоять и смотреть. Вот где нужна помощь. Туда и стрелять, туда и помогать. Бомба. Ну ладно, ничего страшного. Здоровье восстанавливается. Тут у меня реген улучшенный. Да что? Третья волна. Пока ничего такого. Ну, хоть имп понял, что он может умирать. А, он не импом играет, да? Он играет супербрейнзом. Да, я что-то не заметил. Получается, я был неправ насчет 75 здоровья. У него 200 здоровья было. О, чемпион пошел. Чемпион. У меня был квест на чемпионов, но, по-моему, я его выполнил. Не помню. То ли выполнил... Да, я, по-моему, выполнил его. Вот он, кактус по центру. Можно его сразу оглушить, вот так вот кинуть. Он не будет атаковать никого. Кстати, хорошо попадает по мне. Очень хорошо. Так, там у Насти справляется по центру. У нас слева тут еще. Так, базу вроде никто не атакует, да? Мелкие только пытаются турельки наши уничтожить. А, мы не успели. Какой-то чемпион еще был. Да, было на время какой-то чемпионов убить. Так, Настюха, place down. Все, убили и Настю. Не используй ревайв. И донит на.
Так, убиваем. Кактус, кактус по центру. Давайте кактуса обработаем. Ого, как обработаем. Он меня прям убил. О, меня ревайв кто-то хотел сделать. Но я добью, тут же легкая волна, я даже ревайваться не буду. Я экономлю. В самых критических ситуациях вот тогда надо все это делать. Ой, меня ревайвнул кто-то, я чуть не заметил даже. Или это баг был? Кто остался? Вон, я вижу. Где-то застрял. Растение где-то застряло вот там вот, на лестнице. Все, идем назад. Надо турелище поставить, может быть, где-то убили. Может быть, здесь сверху где-то турелище можно поставить. Тут мы видим, турель есть, а вот здесь какую-нибудь турельку можно поставить или... А, да, вот, видите, Настя ставит турель. И, может быть, такая же турель с правой стороны, есть место для нее. Так, у нас волна слева и справа по центру. То есть можно оставить здесь. Остановиться. Не бегать. Персонаж пусть стреляет. Так. Так, так. Так, куда стрелять? Что делать? Справа, о, справа там. Так, грохомет под меня подошел, бомбу кинул, но бомба мне ничего не нанесла. Потому что машина поглотила взрывную волну. Там сейчас новые пойдут, я не знаю, зачем туда все бегут. Там опасно, вон, розы появились уже. Я лучше тут постою, вот так вот спокойно постреляю. Так, так-то Настя бегает. Так, они что-то там сверху еще розу добивают. Последняя розочка вон там вот. Видите, она прыгает, куда-то вниз спрыгивает. И тут Супер Брейнс, бам, и добивает ее. Так, ладно, я проверю, здесь турельку мы поставили с правой стороны или нет. А, наверное, нет. А нет, электрическая турелька от Насти, это редкая довольно-таки. Не пожалела Настя, поставила такую турельку. А здесь у нас, это заморозка, да? Это заморозка, а это тоже заморозка. Тоже все Настина, наверное. Так, что у нас? Монета. Может быть, джекпот будет? Нет, нету джекпота. Лазер бин. И еще монетка. Нет, но это не значит, что это легкая волна. Это просто нам дали монетки и просто босс один и все. Но все равно зомби может быть очень много. Это как бы ничего не значит. Мне надо тут подкрепление, наверное, будет. Потому что с правой стороны пойдут сейчас. А я тут один останусь. Меня могут убить так. Кактуса так долго убиваю. Горохомет такой ворвался. Спрыгнул такой по красоте и убежал куда-то, непонятно. И опять наверх почему-то бежит. А, у нас ученый есть. Я только сейчас увидел, что меня кто-то подлечил. Кстати, когда заморозка, еще чувствительность мыши становится низкой, потому что очень трудно целиться по сторонам. Но я думаю, что если чувствительность мыши очень высокая, то можно будет все равно... Какой реген быстрый у меня, кстати, я заметил. То есть у меня прокачанный персонаж, реген начался, я только как бы немножко пробежал, уже реген такой адский быстрый идет, как будто меня лечит кто-то, реально очень крутые апгрейды. Поэтому ранги надо набирать, конечно, на всех классов. Потом, вот, например, это инженера самый лучший, считаю, он очень крутой. Поэтому этого инженера мне надо вкачать максимальный ранг. Я буду всегда постоянно играть. Так, ну что, мы видим, у нас остался тут... Лейзербин остался, да? То есть мы можем его расстрелять прямо вплотную вот сейчас. Где он? Ага, вот он. Сбросил у меня, к сожалению. Я не успел даже дострелять все патроны. Глушение не работает, но я что-то кинул. Проверил. Вдруг, может быть, как-то его замедляет. Ну, вроде он иммунитет, у них иммунитет на все это дело. Так, ревайв. Ученый у нас погиб. Ревайв ты делаешь, Настя, там? Все, ревайв, окей. Потому что меня отбросил он. Так, куда он там телепортировался? Вот видите, как долго убивать одного лазербина. А если бы это была суперволна, насколько было бы сложнее? Сам по себе такой вот самый сильный босс из всех. Я не знаю, кто самый сильный за зомби. Мне кажется, вампир какой-нибудь.
Или Йети. Йети тоже бесит. Он бегает, замораживает. Когда замороженные, тебя просто обычные зомби добивают. Поэтому я думаю, что Йети противоположность. За противоположную сторону Йети самый опасный. Так, 6-я волна, я думаю, 16-я, 6-я волна, да. Так, турелька у нас тут уничтожена, я поставлю обычную турельку. Сейчас мы посмотрим, что у нас с этой стороны. Турелька тут у нас, ага. Это у нас тут турель, которая взрывается, бомба. Это Думшрум, тоже самый аналог. Думшрума стоит, так что если кто туда забежит, то сразу взорвется. Там огромный урон, сколько, 300-400 урона, не знаю сколько. Ну, большой. Так, у нас появляется по центру где-то растение слева у нас, я вижу, есть. И у нас вот здесь. Прям прыгают на меня, я сразу хоп. Ну, ко мне прыгают, я сразу их добиваю. Без всяких проблем. Щит включил, цитрон. Это был токсичный цитрон или какой? Не токсичный, это какой-то другой, но выглядел он прикольно. Электрический, наверное. Настя говорит, так... По центру лезут, но это мелкие, ничего опасного они себе не представляют. Кого-то убили, это убили у нас ученого. Тоже лезет сюда в атаку, а лечить-то его никто не может, поэтому вот он погибает. Еще кто-то погибает. Настя, иди ко мне, где ты там? Стой возле меня, а то они все умирают. Ну, да нет. В общем, все умирают, не знаю, что они там забыли. Я вон на базе стою, и все нормально. Это 6-я волна, зачем туда лезть? Настя зачем-то опять ревайв использовала, опять умирает. А, ее ревайвнули. Да, ученый, Настя говорит, возродил, так что нормально. What can I? I gonna finish it. Так, у нас мало здоровья, надо лечиться. Все, мы в безопасности, сейчас будем отсюда расстреливать. Там кто-то бьет нашу базу, но сейчас все нормально будет. Тут осталось буквально пару растений. Вот еще один подсолнух и все. Все погибли, вот что значит остаться на базе, ведь я выжил. Хо-хо-хо. Ой, а что это было? А кто это взорвал? Их должны добить. Какая-то бомба была. Это, наверное, я так понимаю, он кинул... Нет, это была, скорее всего, крохомета бомба. Но большая. Не маленькая, а большая. Потому что маленькая как мне могло взорвать? У меня сколько здоровья было много. Просто я только первый раз вижу, что прям вот бац, и меня нету. Очень странно. Так, давайте второй скилл используем. Это что-то я забыл про второй скилл, на самом деле. Так, хорошо, расстреляли так. Неплохо. А что с этой стороны у нас творится? Кто это? Что это? А, цитрон снизу. Я думаю, кто стреляет сверху? Никого ж не может быть. Кстати, во второй части почему-то босс мод убрали. В первой части, я вот помню, был босс мод. Но он не настолько интересный был, наверное, поэтому и убрали. Но все-таки вы часто меня просили показать его, поиграть. Многие из вас играли им часто. Но вот сейчас босс мода нету. Босс мода нету вообще. Не знаю, добавят они его или нет. Скорее всего, нет. Уже игра сделана. Максимум, что они добавляют, это карты. Ой, я что-то не понял. Это ж чомпер был. Враг. Я ревайв использую просто. А, ну да. Не надо было, конечно, использовать. Ну ладно, у нас все равно тим ревайв есть. Тим ревайв, он ресетает. Сбрасывает все использованные возрождения. Так что после него опять 3 раза можно. Так что... У меня есть 5 раз, можно сказать. 2 сейчас и потом, если что, 3 раза. Так. Ну что? Ждем дальше. Следующая волна, 8-я. Так, по центру они появляются. Оглушение рано кинул, конечно. А, на одно растение. Так, этого я трогать не буду. Лучше вот этих поубиваем. Постоянно урон получаю, то есть ничего сложного. Попадать легко. Так, вот, единственное, целиться ниже нельзя. То есть вот так вот ниже никак не опустить турельку-то это.
То есть, получается, за горохомета легче стрелять, потому что можно опуститься немножко, мне кажется, ниже, чем за турельку. То есть, нет такого ограничения. Но, например, у инженера есть плюс, если чомпер тебя пытается съесть, ты на турели, он тебя не съест. Он съест турели, после этого ты его убьешь спокойно. Пока он там очухается, у тебя есть время его убить спокойно. Так, ну что, 10-я волна сейчас будет. О, челлендж, это была челлендж волна, я сделал квест. Отлично. А я не сделал в прошлый раз киком убить растение, за что заглючил у меня, блин, 9 из 10. Получается, квест остался. Ну ладно, это мелочь. Так, следующая у нас волна. А, нет, еще не 10, еще 9, что-то я неправильно сказал. Это рано слишком было бы. Так, оглушение я там кинул, вроде сработало. И всех добили там. Настя, отходи, что ты там делаешь? Убегай назад, у тебя уже здоровья мало. Вон кто-то уже умер. Сейчас опять я буду, один останусь, наверное, жив. Все лезут просто под растения, надо от них убегать. Они атакуют нас, а не мы, поэтому... Это ладно, если мы в атаке, окей. Тогда не надо стоять, надо действовать. Ладно, давайте я начну действовать. А то стою, ничего не делаю. Так, еще подписчик у нас снова погиб. Горохомет тут. Ладно, подлечусь, я вижу, тут у нас все умирают. Блин, а лечения уже нету, да? Вместо него турельку обычную поставили. Плохо. Нам на 10-ю волну как раз лечение надо будет. А сейчас у нас нет лечения будет. Возможно, будут проблемы. Но ничего, если мы даже проигрываем, есть попытка снова команды. Как там, Team Revive используем. И после Team Revive у нас снова турельки надо будет везде расставлять. И вот после этого можно будет поставить. Надеюсь, они убьют турельки. Потому что если они не убьют, по-моему, турели не надо ставить. Если заново начинаешь. Они остаются. Ну что, смотрим, какой у нас босс будет. Финальный, 10-й. 10-я волна. Да, Настя вон куда запрыгнула. Так, это будет супер волна. Но он сам по себе, он не сильный. Босс не опасный. Лазербин намного сложнее, так что... Это нормально, мы его убьем. Вот этим персонажем, как вы мне писали, я сам видел, можно уже играть, если мы пройдем все испытания. Да, но, по-моему, у нас не было еще его большого. Или был уже пару раз, я уже не помню. Ну, каких-то боссов, я думаю, что сколько я не играл, еще не было у меня гигантских, больших вот таких. Ну, вот он там. Это один, это значит, их будет несколько, я так понимаю. Так, ну что, давайте. Я стреляю уже по максимуму в него. Половину здоровья мы уже снесли, это сложность крейзи. Так, меня кто-то палит постоянно. Я, наверное, уйду оттуда. 8 здоровья, ревайв использую. Очень быстро убили меня. А, ревайвов у меня нету, оказывается. У меня, наверное, сами ревайвы закончились. Да, я ж не проверял, сколько у меня. То есть это плохо. Может быть, 50 уровень мы даже не пройдем. Ну все, надо умирать. You don't die. Revive? No revive. Just team revive we're gonna use. Надо нам сейчас на базе сидеть. Поставить больше лечения. И все будет хорошо. Кто у нас там жив остался? Юз. А, да. А, я. Мы ждем, пока у них, у Насти просто ревайв есть. Мы ждем, пока время пройдет. После этого мы Team Revive сможем использовать. Вот такие дела. Сейчас будет попыточка следующая. А у меня, оказывается, ревайвы закончились. Это очень плохо. Мне надо где-то аккуратно стоять. Вообще очень аккуратно. Лечение, лечение, Настя. Don't put, I will put, if you don't have. Все. Нам надо ставить. Я электричество поставлю. А вот здесь я знаю, что ставить. Здесь у нас неплохо зайдет. Вот это. Это артиллерия. Короче, нам надо сейчас аккуратнее играть. Да, на этот раз они сразу все атакуют, большие. Тогда как-то они не сразу вроде были в атаке. Надо вначале мелких убивать. Don't kill boss first. Small only. And stay back. Go up. Пусть они сюда сами идут. У нас тут турелей много. Они пусть стреляют, их убивают. Что-то так подтормаживает. Столько всяких спецэффектов у меня прямо сейчас. Чувствую, что FPS ниже, чем обычно. А, меня лечит еще.
Короче, надо вначале вот всяких подсолнухов убить и всех остальных, а потом уже перейти на этих. Все, я отхожу. Ну, этого можно бить, видите, у него уже половина здоровья. Ой, он на лечение сейчас, наверное, убьет. Он на лечение дышал. Настя, иди лечись. Вот тут лечение стоит. Ты ж поставила. Настя, давай, лечись, давай. Настя никогда не пойдет, пока не скажешь. Зачем лечение ставить и не лечиться? Вот в чем вопрос. Так, что у нас происходит? Ладно, я тогда второй скилл врублю. И попробую добить Торчвуд вот тот. Я не могу по нему попасть, стреляю поэтому тогда же. Так, кто-то убирает. У меня ревайвов нету. Поэтому надо аккуратно. Настя, лечись. Иди лечись. Настя, ревайв. Ревайв. Использую ревайв. Все, я погибаю, наверное. Могу попробовать убежать далеко-далеко. Единственный вариант. Просто. Да, используй. It's last wave. You have to use. You're not using before. You're using only last wave. У меня мало здоровья, я попытаюсь расстрелять. Нет, они меня убьют. 6 здоровья, я горю просто. Он идет, кстати, ко мне. Сейчас сюда наверх. Я попробую вниз сгонять. Пока он за мной, он время теряет. Там наши ребята еще кто-то жив. Может быть, они... Да, то есть они могут справиться. Ой-ой-ой. Надо просто время тянуть. Пусть они на меня идут. Потому что тут осталось сколько? 3 босса осталось и все, по-моему, да? То есть мы можем выиграть сейчас спокойно. Надо просто... А, тут еще подсолнух лечит этого босса, оказывается. Ой, меня кто-то добил. Я так и тоже не понял, кто это был. По-моему, горохомет. Да, ревайвы у меня просто закончились сами по себе с паков, поэтому... Ну что, вдвоем посмотрим, что смогут сделать Настя. Настю лечит. Главное, прикрывай его. You have to cover him, the scientist. You have to get damage, not him. That was mistake. You don't need to use this ability. You're gonna die now without healing. Давай, Настя, ревайв. У Насти все ревайвы остались. Давай, Настя, не подведи. Stay. Don't use ability. Just shoot him. Don't charge. He's healing you. Так, он умер. Но он сам подставился, надо было убежать отсюда. Ну, 3 босса тут, все, мы проиграли. All Star плохой персонаж, надо было другого брать. Он не подходит особо, особенно когда столько боссов. На самом деле легкая волна последняя была. Просто команда не очень сильная на этот раз. Ну ладно, мы попытались, было интересно. Надо будет поиграть какие-то новые режимы, я думаю. А сейчас я тогда паки пооткрываю. По 7500 можно пооткрыть. Мне надо ревайв пооткрывать. Не было ревайва у меня. Если бы был ревайв, можно было победить, я думаю. Я бы ревайвнулся, потянул время. Там просто было много горохометов, и они лечили этих пеньков. Мы не успели добить их, потому что все атаковали потом под конец только боссов, а этих подсолнухов не добили. Не было подсолнухов, были бы 3 босса. Можно было их спокойно развести. Один на меня бежит, там еще где-то. И... Главное, чтобы они вместе не были в одном месте. Их надо было разделить. Так, ну что, пока ничего такого не выпадает интересного. Так, так, так. Ну, это мне нравится. Вот это жест открылся. Интересно, сколько всего жестов? Вот я не знаю. В первой части их было очень много. Здесь, наверное, не так много все-таки. Панда Кэп неплохо. Вот это можно использовать. Электро это редкая турелька. Почему бы и нет? Я ее поставлю где-нибудь потом. Так, по-моему, вот это Diamond. А, это Diamond уже. У нас было... О, Self Revive. 3 штуки. 3 штуки. Нам надо в идеале 6, чтобы было. Чтобы можно было играть. О, корона какая. Ну, конечно, она такая paper, то есть с бумаги, но все равно корона. У меня уже вторая корона, получается, открыта. Может быть, еще какие-то были. Вот для корна неплохие очки. Мне понравились. Все остальное, плащ новый еще открыли, окей. Продолжаем открывать. Я, наверное, все деньги открою. Мне все равно ревайвы нужны. Они здесь выпадают редко, конечно, но я думаю, что мы пока на все деньги откроем. Что-нибудь да выпадет. Так, очки, газета. И Настя за 2500 тоже открывает паки. Так.
плащ какой с черепушками. Это Настя бы такой носила даже бы. Вот эти неплохие. А, не даймонды, не. Я думал, очки неплохие, но я не использую даймонд, сильвер, они мне не очень нравятся. Золото, вот как нарисовано, не знаю почему. Вот опять сильвер. Очень много всяких вот таких вот масок. То есть они просто повторяются, но они, например, сильвер. Потом такая же маска голд, такая же маска даймонд. Ну, это как бы разработчики таким образом просто сделали, ну, легко сделать одну и ту же вещь несколько раз. И получается очень трудно все вещи собрать в игре. Чтобы, ну, люди монеты тратили, вот для этого и сделано. Что-то у меня ревайвы не падают. Давайте за 2500 пару паков. Пока мне ревайвы не выпадут. Не падают бамбук, это очень круто. Думшрум, тим рев... тим мне выпадает. Но тим мне не нужен. Мне нужен просто сельф-ревайв. Вот, сельф-ревайв. Ну, один всего. Мне надо побольше. Надо больше. Тут есть шанс, что они выпадут больше. Вот, один опять. Карате-зомби открыл. Ну, карате-зомби не очень. У них мало здоровья, они... Ну, они только быстрые, наверное. Это единственный плюс их. То есть это, наверное, аналог гипногриба. У растений есть гипногриб, а у, у зомби есть карате-зомби, я думаю. Еще два сельф-ревайва было. Было три. Вот. Редкая просто карта. Если она редкая, то три будет. Если uncommon, то только одна будет. Вот супер-редкая всего одна, например, карта тоже выпала. Давайте тогда за 15 тысяч пооткрываем. Тут оружие выпадало для зомби. Я думаю, скоро уже все оружие я открою. На этот раз даже оружия не было. Все открою, чтобы после оружия вместо него что-то другое выпадало. Более такое, более... Вот, видите, оружие. То есть она закончится, вместо него будут какие-то нормальные вещи выпадать. Оружие как бы это оружие, но вместо него что-то другое будет. Вот это, кстати, мне понравилось. Frozen Treat. Ледяная угроза. Неплохо выглядит тату. Так, вот еще оружие. Это для маленького этого импа. На 69 тысяч надо все открывать уже под конец. Вот это, кстати, неплохая вещь выглядит. Классно. Так, это жест. Это у нас типа место бороды. Еще дальше давайте уже на все деньги паки пооткрываем. Скворечник, кстати. А что это такое скворечник? А, это место руки, окей. О, статую открыли для бэк-ярда. У нас там не все открыто, вот они даже отсюда выпадают. Золотая маска какая-то. Вот это неплохо. Silver Citrus Break. Так. Ну что, у нас еще два пака после этого откроется. Даже три, я за 7500 еще открою. Так, снова оружие. Ну вот я говорю, оружие скоро закончится. У нас будет открыто все оружие. И после этого будет выпадать здесь в этом паке что-то реально интересное. Пока что здесь ничего такого прям интересного нету. Легендарки, конечно, выпадают, но шанс низкий. У меня уже сколько, 2-3 легендарки за все время выпадало с этого пака. Так, и вот, кстати, панк. Грохомет панк, неплохо. Все, пооткрывали. Возвращаемся в бэк-ярд. Сейчас посмотрим, подписчик с нами останется или нет, увидим. Ну, а в следующем видео, я не знаю, попробовать, может, другой режим, который не очень популярный, поиграть. Не знаю, не знаю, стоит ли. Посмотрим. Пока что подписчика, я смотрю, нету. Подписчика нету. У нас только три, вернее, два, если не считать Настю. Два игрока онлайн у нас только, поэтому такие дела. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось. Пишите, что думаете по поводу такого формата. Пишите, какие игры реально интересно поиграть вдвоем. Желательно, чтобы их не покупать, конечно, вот какие-нибудь бесплатные, может, интересные есть игры. Потому что две игры покупать надо постоянно и поиграть ради того, чтобы поиграть. Или каким-то способом Origin можно на двоих расшарить. Вот у меня такой вопрос. Можно ли Origin'ом вдвоем пользоваться? Но я думаю, нельзя. Знаете почему? Потому что тогда бы между друзьями делились и в два раза меньше продаж игр было. Поэтому мне кажется, такое нельзя сделать. Единственное, если пиратские игры качаете, то можно так делать. Но это только пиратские. Я пиратские не использую игры, поэтому... Как бы я не знаю, что делать в таком случае. О, горохомет как стреляет. Ничего себе. Я только турельку здесь решил поставить. А, это Настя. Настя балуется. Я думаю, кто стреляет? Такого никогда не было. Ха-ха-ха. Так, ну все, ребята, все. Пока-пока. Увидим. В следующем видео точно что-нибудь будет интересное. Пока. Настюха, давай. Прощайся. Все. Чао-чао. Пока.